Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы проходим Half-Life 2, халву вторую. И мы уже довольно долго блуждаем тут везде. Тихо-тихо. Бомба. Да, мы играем. Я играю на своем канале. Стараюсь играть в старые игры, потому что новые они меня не очень прельщают. Вот. Эй. Доктор Фримен. Парни, сказал, вы в пути. Нас рассеяли снайперы. Он в ангаре прижат к земле огнем. Давай. Идите. Он рассчитывает на вас. Это хорошо, что он на меня рассчитывает. Идите, Фримен. А что ты нам еще мне командуешь, тварь? Ой. Ну-ка назад. Подождите меня, доктор Фримен. Я пойду с вами. Пойдем со мной. Если ты этого так хочешь. И... А, все-таки они убиваемы. Все. Эй, да это же Фримен. Тогда я тоже с вами. Вы из Барни старые друзья, не так? Конечно. Снайперы постерегли его на крыше ангара. Он отправился набрать гранат, но я уже сомневаюсь, что у него это выйдет. Вперед, доктор Фримен! Вот так. Спокойненько проходим. Эх. Как вы меня бесите? Вот так. Учитывая, что тут эти твари водятся, спецназа-то не должно быть. Подожди. Мы разве так договаривались? Мы договаривались, я показываюсь, ты рычишь. Я стреляю, ты пугаешься, мы выходим, все довольны. А ты как? Эй, вот так вот ты договаривайся с монстрами. Что? Ну? Блин, он меня только вниз ведет. Куда ты меня ведешь? Тропинка так, этот трупик. Тру. Помогите! Ну, услышал. Мы не подозревали, сколько их тут. Остальные ушли в поездки. Испытать удачу со снайперами. Думаю, они... Давай. Да. О, так ни хрена уж тут. Помогите! На помощь! Помогите! Вы думали, тут будет безопасней. Ну, вы не подозревали? Ну вот и думайте дальше. Во! Ё-моё! Ни хрена вас тут. У вас что-то собрание, что ли? О, ну это приятный бонус. Давай. Я подожду. Ты
Для этого ты что пропустил? Мне оставил, что ли? Так. Теперь я понимаю, надо... Вот так вот. Вот. Вот так вот, все хорошо. Ты сидишь еще, тварь. Хоть бы помог. Так, мне туда? Я сначала хочу проверить, что здесь есть. Сюда! Сюда. Почему мне каждый... Четкого снайпера не дают мне поднять голову. Брось парочку гранат, подобьем их. Так, а где они? Понятно. Подожди, а мне нельзя вот здесь вот так спуститься, вот так вот проверить вот здесь вот? Понятно. Значит, вот так гранатами придется их... Сюда! Сюда. Балде. Хуйня. Жуй два. Я не могу двигаться. Чёртова снайпера не дают мне поднять голову. Брось парочку гранат, подобьём да. их! Гордон, сними этих снайперов! Брось парочку гранат, подобьём их! Один готов, один остался, парень! Хорошо. Валим отсюда! Валим отсюда! Валим! Тебе конец! Кого? Прям как в старые времена, а? Гордон. Давай. Вот в кого ты стреляешь? Блин, близко. Ты вот из-за этой твари тут что ли застрял? Маленькое дитё, неразумное. Давай, шевели колготками. Как ты вообще выжил в этом мире? Ты опять герой города. Да, я знаю. Хвали меня. Давай же. Заткнись. Пошли. Не тормози. Не торможу. Да сейчас пойду, подожди. Мне тут припасы надо взять. Сюда! Тебе-то ничего не надо. Следуй за мной. Вау. Давайте давай посмотрим. Же. Вот неплохие сюрпризы. Давай к воротам. Членство в отряде ГО все еще дает мне кое-какие права. Давай. Я слышал мяуканье. Откуда? Она меня преследует. Кто? У тебя галлюцинации. Господи, кого вы тут рассматриваете в этом окне? Ни черта же не видно. Вот так вот. Для дробовичка взяли. Готовься, Гордон! Что? Все нормально. Все путем. И одним известным мне путем, так я и здесь и хожу. С кем ты говоришь? Ой-ой-ой. Не понял. Только назад. Проблема в острове, да? Ой-ой-ой. То ли музея, так или иначе, теперь это Nexus надзора Сити 17. На крыше находится огромное устройство подавления. Подавим. Ради его действия охватывает все окрестности. Охватим. Вы же не думаете, что я сейчас буду стоять здесь и отстреливаться, обстреливать?
Ну давай. Нам в цитадель он туда да. Подавлять всех проходящих, пока его не отключишь. Идем. Давай. Двигай. Итак, нам предстоит хорошая работенка, как я понимаю. Ой-ой-ой. Заметили. Ни хрена себе. Конечно, заметили. Кто бы сомневался. Так. Выдернем. Нифига не так. За что это мне такое счастье? Вот так. Куда бы мне ее? Вон те ворота. Их надо открыть и вернуться сюда. Вау! Если получится их открыть. Так. Подождите. Который мог бы направить сомневающихся так, и боящихся. Правильно? Дыры здесь нету. Правильно? Так, тогда вот так сделаем. Вон те ворота. Их надо открыть и вернуться сюда. Если получится их открыть. А, понятно. Все, если получится их открыть. Их надо открыть и вернуться сюда. Если... Вот так. Мы успеваем. Сперва надо попасть в здание Нексуса. Человек науки, который мог бы направить сомневающихся. Отсюда ты даже не поцарапаешь эту... Ты мог бы направить сомневающихся. Истину. Ты мог бы направить сомневающихся. Боящихся. Да, дико, как это? Ты мог бы направить сомневающихся. Боящихся. Отсюда ты даже не поцарапаешь эту дверь, Гордон. Нужно отключить ее изнутри. А как попасть туда? А путь неизбежный гибель тебе. Мне же туда попасть как-то надо. А как я в нее попаду? Изнутри. Плата за службу представителю всего человечества. Подожди. Сдавайтесь, пока не ну-ка. Поздно. Не обманывайте доверие, которое... Эти ворота тоже закрыты. Ну-ка. Отсюда ты даже не поцарапаешь эту дрянь, Гордон. Нужно отключить ее изнутри. Все понятно. Отсюда ты даже не поцарапаешь эту дрянь, Гордон. Нужно отключить ее изнутри. Хорошо. О. Она, мне кажется, немного облегчает путь. Вы вернете человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас. Да. Вот так. Немного получилось. Чего подойдет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, готовы? Так, я понимаю, здесь тоже нет, тогда тоже будет бомбить. Так. С дороги, все верно. А куда ты? Или сюда, куда? Спокойно. Кто там? Вот так. Все взяли, все взяли. Спокойно. Замок. Что у нас здесь?
Блин, так бы еще бы один боец был бы. То мы его не спасли. Хорошо. Так. Блин, цитадель так и будем брать. Назад. Для начала граната. Нету гранат. Да. Берегись! Ага, свои же гранаты. Здорово. Стреляй, Гордон! Я бы хотел уделить внимание лучше. Бум. Человек науки, так. Взяли. Пошли, 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 пошли. Сейчас еще люди выйдут. Мы не должны заставлять их ждать. Научную революцию. Ну, как-то не очень. Не заблуждайтесь, доктор Фримен. Вы начали не научную революцию, а путь к неизбежной гибели. Вы вергли человечество в случае падения. Бум. Даже если вы сдадитесь сейчас, я могу гарантировать. Теперь, боюсь, вот они так начали смотреть с подозрением даже на меня. Вот плата вот, за службу вот представителю всего человечества. Помогите мне вернуть их доверие, доктор Фримен. Сдавайтесь, пока не поздно. Сдавайтесь. Не обманывайте доверие, которое... Я тебе сдамся. Цитадель берем, ё-моё. Подумайтесь, доктор Фримен. Я даже не знаю, куда мне надо. Ага. Вот сюда мне точно не надо. Сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие. Так по мне, что ли? Гасят. Прикрой, перезаряжу. Давай. Нормально так. Отойди, 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 отойди. Ну не мешайтесь, ёж, твою мать. Ну иди, смотри. Ходим, ходим, ходим. Хогарт, Хогарт. Да. Прикрой, перезаряжу. Нету никого? Нету никого. Хорошо, хорошо. Это очень хорошо. Так. О, пулеметы. Ты в костюме, ты с ними разбирайся. А я к панели безопасности. Давай. Иди к панели безопасности. А мне-то как с ними разбираться? Дали бы хоть что-то. Извини, Фримен. Да, извиняю, извиняю. Швырни тут. Швырни туда. Вот. Е-мое. Швырни туда гранату. Должно сработать. Ты думаешь, поможет? Нужно зарядить. Не получается. Все? Да простите. Давай. Заходим. Заходим, господа. Нас будут атаковывать. Черт, десант. Они появятся с крыши. Чтобы пробраться через защитные поля, нужно вырубать генераторы по одному. Ну,
блин. Они появятся с крыши. Гранаты нужны. Защитные поля нужно вырубать генераторы по одному. Хорошо, ну отойдите, отойдите. Вот уже началось. Ой. Спокойно. Я только жизни заправлю. Ой-ой-ой-ой-ой. Отойдите, уйдите, не мешайтесь. Кто еще? Нормально. Блин, уйдите, уйдите. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой. Все хорошо. Доктор Фриман, я пойду с вами. Иди. Иди, сынок. Это подойдет. Так, это подойдет, это подойдет. Ну-ка, давай вот так вот. Да. Можно начать с этого. Ну, вроде как. Осталось два генератора. Осталось. Так, набираем броню. Все трясется, господи, тут все разлетится к чертям. Нам как раз туда и надо. Так, надзор. Мы откуда пришли? Вы бы хоть запоминали бы. Так, мы сделали круг. Спокойно, ну-ка, мы круг сделали, что ли? А нам сейчас вот сюда. Если я не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сложненько будет. Либо. Альянс! Куда бы, куда бы. О, сколько охраны. Там явно есть что-то интересное. Давай, я жду здесь, пока ты его не отключишь. Так. Что я могу вам сказать? Здесь надо. Подлечиться. Убирайся оттуда. Ты там давай. Нифига не так. Да! Эй, дороги! Да. Хотя зачем мне туда? С у вас это вообще. Так, мне свои задачи надо решать. У каждого свои задачи нет. Так. Тут никого нету. Никого. Куда мне? И выдернем. Выдернем. Так. Здесь мы пройти не можем. Или можем? Во. Так.
Ну-ка, если... А кто? Где? А, так, ладно. Ну, иду-то я правильно. Иду я правильно. Так. Вот куда мне надо-то? Отсоединить, отключить. Здесь-то мне ничего не надо, да? Ну. Вот. Все. Вот так вот надо было все сделать. Спокойно. Все, этот бешеный шар ушел. Последний. Хорошо. Куда? Так, эта штука не отключается. Ты будешь отключать? Нет эту штуку? Блин. Где вы? Где вы? Так не пойдет. Так мы так нас перебьют с твоим этим. Плохо, что вот. Давай посмотрим, что у них за оружие. Бля, они с той стороны. Тихо, тихо. Так, на нас напали, мы обороняемся, все нормально. Все. Ну и последняя, наверное, вот здесь вот. Опаньки. Так, ну и что нам тут? Нормально. Так, а где у нас последняя-то? Где последняя? Первую, вторую мы сделали. Где третья? Давай ищи. Я что, один что ли должен? Куда нам? Так, туда мы не можем пройти. Сюда мы. Вот сюда мы, да? Вот она. Прикрою. Хорошо. Атакую. Где ты выдвигаешься, выдвиженец? Мы окружены. Не так. Они хотят нас окружить? Хорошо.
Пусть окружат. А нам-то что надо сделать? Я сомневаюсь, что надо стоять и смотреть на все это. Ну? Давай, вперед. Мы окружены. Ничего страшного. А вот и они. Еще? Так. Помоги чуток, Гордон! Давай. Чем тебе помочь? Отстреливаться не может. Так. Да. Ну неплохо так. Что нам делать-то надо? Отрави на них прыгунов. Прыгунов. Гордон, расставь ловушки. У нас тут ловушек прямо, ну умотаться, уловушился весь. Да. Да. Вот так нормально. Давай. Я вот не вижу никого, кто там бы мог быть. Вот так. Не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Так, идем, 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 собираем. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Иди за мной. Я приведу тебя к победе. Сырок. Или сырок. Как хочешь, чтобы я тебя называл? Так. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Конечно, больно. Давай еще разок. Спрятались пушечки. Ну, их не обязательно убивать. Да. Как тебе такой прыгунок? Одни трупы. Заодно выключится устройство подавления на крыше. А теперь на крышу, Гордон. Так, на крышу, хорошо. А как нам туда попасть на крышу-то? У тебя хоть маршрут-то есть? Как туда бежать? Здесь выход на крышу. Ну, хорошо. Быстрей! Давай. Хоть в чем-то ты полезен. На крышу, Гордон. Так. Выход на крышу. Где выход на крышу? Вообще не вижу. Где вы воюете? Я вот внизу. Вы наверху. Мне что, помочь тебе их убить? Вот и все. Да. А теперь на крышу, Гордон. Где? Сюда, Гордон. Куда ты бежишь?
Полез. Ты видел, как я их обошел? На крышу, Гордон. Да подожди ты, до крыши, до крыши, до крыши. Я заправляюсь. Смотри, как я почти достал, заправился. А теперь на крышу, Гордон. Так. А вот и наши ворота. Сейчас открою. Готово. Открываю. Я стану здесь и попридержу эти ворота, сколько потребуется. Иди все наверх и наведи мост. Покидаешь. Чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Покидаешь меня, да? Ладно. Если появятся новые люди, я отправлю их к тебе. Отправляй. Увидимся позже, Гордон. Кого-нибудь ждем? Итак, наконец. Да, все нормально. Ой-ой-ой-ой. Готово. Я стану здесь и попридержу эти ворота, сколько потребуется. Давай. Иди наверх и наведи мост. Обязательно. Чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Если появятся новые люди, я отправлю их к тебе. Обязательно. Увидимся позже, Гордон. Так. И? Идут. Идут. Идут, идут, идут. Потихонечку, по одному, но все же идут. Продвигаются. Ну все, на этом все. Как мы будем брать крышу, вы увидите в следующей серии. Пока!